Мы приехали на Сашиной машине на базу отдыха. Тут я уже мангал развел. Сняли вот такой домик. Сейчас покажу, что там. Кресло-качалка. Огромнейшая веранда. Здесь у нас так прихожка. Это дом. Кухня. Фишка этого дома — банька, сауна. Это душ. А это прям в доме сауна. Печка, сейчас топить буду. 30 минут и сауна готова. Рядом санузел. Горячая холодная вода. Диван, телевизор, стиральная машина. Полностью укомплектована всей посудой, кастрюлями. Есть все. Так, это второй этаж. Поднимаемся по лестнице. Это, так, диванчик, двуспальная кровать, шкаф, вторая спальня, кровать и еще две, ну, скажем так, одна двухъярусная. Дом на 5 человек. Стоит вся эта красотень. Так, сейчас спускаемся. 6000 рублей в сутки. Тут еще есть одна печка русская. При желании можно тоже топить. 6000 рублей в сутки. Всего лишь. От Санкт-Петербурга 200 с лишним километров. А, ну это Карелия. Да. Замечательное место.